Здравствуйте, друзья. Вот наше строительство идет. Тут колоссальный контейнер с мусором битком забит. Вот вы видите. Да. Сейчас мы посмотрим, что у нас тут видно глазом невооруженным. А потом поспрашиваем Светлану. Ну, хорошо. Вот вы видите стену. Я так понимаю, что это уже ее какой-то окончательный цвет. Да, Свет? Вот такая серенькая должна быть, да? Еще один цвет. Внешняя стена. Он окончательный, только в некоторых местах. Ага. Хорошо, ладно. А это вот такие плинтуса, смотри, они тут пол делают. Да, пол, дерево покрашены, да. Двери. Двери красят как-то, они их отдельно ставят, да? Красят вот прямо тут внутри на стройке. Ага. Из какого-то опрыскивателя. Ну что, пошли, пошли внутрь. Да, слушай, пол. Мама родная, тут уже пол. Вот бумага, чтобы мы не попачкали ничего. Давай глянем. Ну что, Светик, посмотри, пожалуйста, стены, они уже окончательно, вот это их желтенький такой цвет. Значит, снизу будут плинтусы. Да, вокруг двери будут бейсборды. А что вот над входной, над дверью, вот там сверху какая-то полоса? Может, это спринклер? Нет, нет, вот вниз опускается, что там? Воздуховод какой-то? Нет, просто крыша идет. У нас же крыша 8 футов. И она идет под таким наклоном, что нельзя сделать выше потолка. Только можно выше. Я понял. Это просто результат того, что дом перестраивался, и вот крыша старая такая была. Хорошо. Ну, наклон крыши. Наклон крыши. Хорошо, хорошо. Ну, как тебе пол нравится? Пол замечательный, очень красивый пол. Красивый, скажи. Больше того, собирается кухня. Вообще, когда пол лежит, Свет, это просто уже красотища. Сейчас давай мы... Про скайлайты. У нас зрители беспокоились, что кроме вот этих двух скайлайтов, у нас еще планировался скайлайты, ага, вот два, вот там, это этот сан-таннел, да, вот этот вот. И они говорят, где же, вот же потолок, вот же сейчас, когда же? А вот оно ничего. Это контрастного цвета стенка, да, она должна была быть. Такая вот именно контрастная. Кабинеты кухонные, но они не будут здесь справа. Это их здесь собирают просто. Их тут собирают. Ну, конечно, а вот тут они будут стоять. Смотри, вот этот свет сверху. Свет. Просто делает огромную разницу. Потому что, конечно, из окон цвета никакого нету. Нету. Свет сверху, тем более сегодня солнечный день. Слушай, и отлично, вот там, посмотри сюда, иди сюда, посмотри. Вот то, что под потолок, вот эта стена, она там тоже покрашена контрастным светом. Это тоже очень приятно. Да. Очень мило. Шкафы. Это какие-то кухонные шкафы. Да. Над ними что там, собственно? Как-то пустое место получается, да? Да, на нем пустое место. Можно поставить цветочки там в горшочках. Ну, поставим. Так. Нет, здесь вот полочки висит вот здесь. Справа полочки. Да. Где плита? Вот. Плита здесь. Значит, вот там холодильник. Там холодильник. Ну, хорошо. Это мебель IKEA? Да. Так. Ну да, вот мы видим тут все эти для ящичков. Да, тут все с ящичками. Да, да, хорошо. То есть идет сбор мебели, сборка мебели. Ну что же. Так. Краска, покраска. А я даже не знаю тогда, что еще показывать. Не, ну полы все. Полы. Ну, видишь, они их немножко прикрыли, чтобы не пачкались, и что само по себе очень разумно. Тут они поцарапали их уже. Уже поцарапали. Не-не, это грязь просто. Это грязь, нет, не поцарапали. Так. Ну да, здесь будет стоять у нас стиральная сушильная машина. Вон там, видите, водичка подходит. Здесь будет такая красивая нишка, да? Да, мне кабинетик будет стоять отдельный. Хорошо, хорошо. Так, а вот тут еще нет полов, пожалуйста. Вот сравните, друзья. Когда полов нет... И когда полы нет. Какой жуткий... вид. Слушай, там вниз дырка идет. Я не знаю, или ее сейчас закроют. Почему-то там дырка вниз. Ну, наверное, надо туда лазить еще. Ну, наверное, наверное. Вот же крышка от нее лежит. Да. От этой дырки. Так, продолжаем движение. Вот тут тоже еще пол не положили. Вот здесь. А вот, кстати, лежит материал. Да? Написано Engineered Vinyl Plank. Флоринг, вайн, да. Планк флоринг, да, винил я по-русски, как его, извиняю. Виниловый, да. А вот тут прямо мы видим, как пол лежит. Смотри, значит, сначала идет пленочка, просто пленочка. Потом идет такой, как бы,
утеплитель, смягчитель, я не знаю, как его правильно назвать. Чтобы мягенько было. Да, чтобы мягенько было. И дальше вот уже вот, вот такой пол. Да, и преимуществом этого пола является то, что он будет лежать во всем доме, включая ванную комнату. У нас будет единый пол во всем доме. Хорошо. Так, ну там пока ничего, ну давайте я пойду гляну. Мне не хотелось ноги пачкать, но вот. Мы в прошлый раз показывали здесь, собственно, пока кроме плиточки ничего нет, но вот стены покрасили. Так, ну, пошли туда. Я попробую как-нибудь ноги тут немножко стряхнуть. Так, все, идем. Конечно, о, там. Я помню, когда все это открыто было, вот был вид. Света, да. А у тебя нет ощущения, что вот когда потолок закрыт, то вот и не видно этих балок, то вот нет того объема, который был? Нет, но сейчас вот со светом объем, конечно, есть, потому что у нас весь объем сосредоточен просто в этом месте. Угу. То есть, где его смотреть, этот объем? Вот он так. Здесь сосредоточен, ты смотришь, сразу гранде такой, вау. Гранде? Да. Это excuse my French. Okay. Да. Ну, ну, вот это мило, место, это место очень получилось. Со светом хорошим. Я все думала, может, еще здесь где-то стрелочки поставить, но уже не будет. Может быть, и неплохо было бы. У нас но... дверь немножко с, будет со светом, так что... А, дверь будет со светом, да, да. Там будет стеклышки там стоять. Стеклышки. Хорошо. Да, да, в ванной комнате надо будет сделать еще маленький, там, угу. Чтобы там не было. Так, а вот смотри, вот уже туалетик, он почти завершенный, да? Тут еще да. Нету плинтусов, но уже стенки покрашены, пол лежит. И пол как бы единым таким фронтом идет да, с комнаты, и он, да, нету, нету линии разделяющей, вот, и покрашена краской. То есть это фактически уже такой как бы более-менее завершенный туалет. А что здесь будет? Просто, как сказать, пленочка натянута или здесь будет вставлена какая-то слайдинг? Нет, тут слайдинг. Конструкция. Да, слайдинг дверь будет. Ага. Понял, понял. Да, ну что же. Я уже присматриваю, да. Сейчас камеру присматриваю, в общем, тоже целый день. Так, здесь выходим на улицу. Пошли. Ну, я хоть покажу стенку. Вот стенка. Ты знаешь, такое ощущение, что там она серая, а здесь какая-то с розовеньким. Вот, не знаю, может быть, это просто от того, как свет падает. Как свет падает. Ну, здесь уже даже относительно чисто, друзья. Вот, кстати, тут видите, такое ощущение, что подмели. Да, тут стоят какие-то металлические палки. Здесь была калитка в этом месте. Здесь была калитка. Вот у нас щиток. Так. Как-то он уже паутинкой даже зарастает. Видимо, давно к нему не обращалось внимание наших строителей. Ну и тут, конечно, еще бардак тот. Надо будет и все этот контейнер этот выкидывать. Не знаю, какова судьба от этого апельсинового дерева. Поглядим. Ну, давайте я вот поснимаю, как бы, дом. Вот так выглядит дом. Свет, пойди сюда, пожалуйста. Сейчас, удастся нам Светлану зазвать? Нет, ее там нету. А я хотел спросить, вот тут какой-то выход будет из... Ну, вот тут слайдинг дор, там будет крылечко. Да, тут будет крылечко, друзья, тут будет крылечко. Так, оно как бы просится, но я не был уверен. Значит, открывается дверь, из спальни выходишь, тут будет крылечко. Эта часть выдвинулась, мы ее специально сделали. Вот ведь ее не было, оно было вот там, в стеночку, в ту линию было. Специально выдвинули, чтобы спальня была побольше. Так, и здесь тогда, наверное, крылечко, правда, должно быть? Если слайдинг дор и все такое. Вот. Ну и вот такая стенка тоже. Вот, собственно, и весь дом. Заборчик прикольный, правда? Заборчик. Как новый поставят, так и будет красота. Вот этот, кстати, совсем не старый забор. Он просто потемневший. Здесь их не красят. А вот тот совсем новый забор. Вон тот. Сосед сам поставил, мы ему потом... половину денежки вернули, ну, чтобы не получилось, что как-то он так на свои. Так что вот так будет выглядеть. Ну что же,
вы видите нашу стройку. Так, я теперь чувствую себя неудобно, что мне надо зайти вот туда внутрь. Да, Свет, знаешь что, Свет, да. Давай ты эту дверь закрой, а я зайду через вход, потому что мне не хочется пачкать. За мусором приехали, мы сейчас посмотрим. Светлана говорит, впечатление такое, что за мусором приехали. Ну, не знаю, вот там стоит какая-то машина большая. Вот, тут какие-то траншеи, канавы, тачки, ведра. Довольно все. Ну, как, знаете, стройка, грязь. То есть, как бы обычное наше представление о стройке. Да, вот там ребята что-то делают, просят, чтобы мы машину забрали. А мы заберем. Конечно, заберем машину. Легко. Я вот тут на этом месте стоял, значит, забрал машину. Вы видите, сегодня воскресенье, друзья. Я хочу, чтобы вы понимали, что в субботу стройка вообще идет полным ходом, тут люди работают. Здесь на строительстве суббота, в общем-то, рабочий день. А что касается вот воскресенья, то вы видите, что какие-то вещи и по выходным тоже происходят. Вот специальная такая, специальный погрузчик. И там этот здоровенный вагонище, который они как-то там собираются подцепить. Я не уверен, что мне нужно это все показывать. Хотя я и сам такого никогда не видел. А какие кабеля висят здоровенные, толстые. Страшное дело. Вон там они провисают даже над улицей, видите? Вот здесь так устроено. Хотя современные, как бы, когда строительство идет, они требуют, чтобы закапывали и шло под землей. Парень, который это делает, он один приехал, он один... И водитель, и вот это все делает. У него нет помощников, он все в одиночку. Вот написано на машине, что она как-то называется, компания. Ну, хорошо, мы пойдем, друзья. У нас есть другие дела. Надеемся, что у них все будет хорошо.